Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, онлайн-турагентство и видеоблог Георгиев Travel. Сегодня я приехал в отель «Сель Чукан», который находится в Кемерии, а точнее район Бельдиби. Данный отель я видел, но не знал, как вообще, с чем его едят, как говорится, да, потому что рейтинг у него стоит везде хороший, но как бы его как бы смотрят стороной. Поэтому я специально заехал сюда и проживу здесь пару ночей для того, чтобы понять, что это за отель. Ну давайте пройдемся по территории, номерам. Сразу скажу, что у нас апрель месяц, еще не полная загрузка, естественно, не самое активное начало сезона, но в целом все территории уже доступны, работают, и мы можем сразу все понять по номерам, территории, питанию, что это за отель. Вот так нас встречает лобби. Очень презентабельное и красивое. Здесь также есть бар, можно сразу взять напитки, и вот в этой части можно посидеть вечерком в интернете, что-то посмотреть или просто с кем-то пообщаться. Удобно, что здесь вот территория сделана так, что если у вас там дети где-то гуляют, и просматривается площадка, и просматривается отсюда бассейн. Очень удобно, вы можете здесь побыть, если вы с детьми, а дети могут побыть там. А давайте с вами выйдем сразу на территорию. Здесь она не такая большая, она находится у нас, скажем, вся с правой стороны. Делится, наверное, на три части. Первая — это бассейн с детскими горками, ну, в принципе, со взрослыми. Вот он. Он уже работает, запущен, но подогрев здесь не присутствует, друзья. Соответственно, здесь у нас активная зона также. Вот бильярд находится. Я так понимаю, здесь такие всякие активности проходят. Соответственно, следующая часть — это у нас бар. И будет еще детская часть. Сейчас я вам пройдусь, покажу. Вот с этой стороны у нас находится бар. Пожалуйста, можно сюда прийти, взять любые напитки и посидеть спокойненько вот в тени таких деревьев. Естественно, вот основной корпус, он идет в длину. И здесь есть небольшой детский клуб, давайте зайдем в него. Он совсем маленький, но, как говорится, есть. Заходим, здесь бассейн, ну понятно, еще пока никто здесь не плюхается, потому что сейчас у нас апрель, как и говорил, не так жарко. Вот, здрасте. Здесь можно порисовать. Небольшая горка, пару качелек. Собственно, и все. Вот такой небольшой, скажем, домик и территория. Ну, в общем, вот так, как я говорил, выглядит. Это первая часть — бассейн. Соответственно, дальше у нас идет бар. И, соответственно, здесь у нас детская площадка. А вот это у нас продолжение основного ресторана. Он находится вот здесь внутри. И, соответственно, вот эта часть тоже на улице. В общем-то, как бы это... На этом и заканчивается как бы территория отеля. Программа активностей. Стрельба из лука, belly dance, степ-аэробика, боча, утренняя зарядка и детский клуб. Дартс еще. Я так понимаю, радио. Ну, музыка. Ну и, конечно, у нас остались с вами номера. Давайте зайдем, посмотрим, как они здесь выглядят. У нас здесь два номера. И, соответственно, покажу оба. Они абсолютно одинаковые, просто зеркальные. Итак, у нас здесь на первом этаже лифт. Можно подниматься наверх. Там у нас номера располагаются. Здесь у нас ресторан как раз. Мы сейчас в него проходили. Я обязательно сейчас зайду, когда будет уже раздача еды. Он будет работать. А сейчас давайте забежим вот вместе с молодым человеком в хамам. Так, у нас тут хамам, получается, и сауна, да? И массажи, и услуги, да? Все, понял. И фитнес здесь. Так, вот так у нас выглядит. Вот в этой части у нас есть фитнес-клуб. Можно, кто хочет позаниматься. Конечно, панорамных окон здесь нет, но что-то, что необходимо, здесь есть. И здесь у нас есть массажные комнаты. Сейчас посмотрим, где гостей нет, я вам покажу. Так. Вот в этой части у нас массажные комнаты. Да, вот здесь никого нет, покажу, как здесь выглядит. Все достаточно просто. Но если кому-то хочется получить услуги, такие они здесь есть. Так, здесь у нас хамам, здесь можно проводить процедуру. Хамам же бесплатный, только услуги платные, да? Бесплатно, сауна бесплатно.
Да, все, можно прийти спокойно погреться, если вам нужен уже там пилинг и все остальное, можно обратиться к ребятам. И здесь у нас сауна и, ну, это душ. Ну и теперь, друзья, в номера. Вот так вот хожу, друзья, все снимаю, для вас показываю, для того, чтобы вы знали, куда вы едете. Итак, у нас два номера, один из них 1425. Заходим, вставляем, как обычно, карточку. Ой, здесь как-то она необычно вставляется. Вот такой номерок. Сразу скажу, что выглядит достаточно просто. Сразу этот кафель нас встречает. Здесь у нас есть сейф, шкаф, соответственно, кровати. Полноценная одна, односпальная и большая двухспальная. Столик, зеркало, холодильничек. Все достаточно простенько. Но в целом как бы не ужасно, да, то есть отель 4 звезды, все вполне соответствует. И здесь у нас свой балкон, выходим на него, и у нас вот здесь такая вот интересная территория. Друзья, данная территория отеля это уже не нашего, это уже соседний отель, это их территория. Вот так у нас выглядит пространство, где расположены номера, в целом симпатично. И еще один номер. Ну, я так понимаю, он абсолютно такой же, только на другую сторону. Тоже вставляем карточку. В принципе, все то же самое. Душевая, шкафчик и также две раздельные кровати. И точно так же здесь наличие балкона. Все то же самое. Чуть-чуть вид на море и прекрасный вид на горы. Итак, друзья, я пришел с вами на ужин для того, чтобы показать, как говорится, ужин. Это будет, наверное, самое наглядное, потому что на ужине больше всего, соответственно, ассортимента. Гостей еще не так много, как я говорил, потому что у нас только начало сезона. Итак, давайте начнем вот с таких закусок. Различные есть. На самом деле, друзья, не так легко-то уж и передать еду, а вкус ее, вид и так далее, ассортимент. Поэтому стараюсь как могу. Всегда, когда снимаю, вижу это и всегда думаю, что-то новенькое. Итак, суп есть. Ну, понятно, хлеб. В этой части у нас получается бар. Напитки, алкогольные, безалкогольные. Сейчас здесь еще есть, соответственно, фрукты. Десерты. Сёма. Так, различные турецкие и, как я называю, красивые десерты, да, Сэм? И вот в этой части у нас горячие блюда различные. Рыба, рис, лапша. В общем, стандартный ассортимент четырехзвездочного отеля. Здесь не так плохо, как в тройках. В тройках чего плохо? Всегда более-меньше ассортимент питания, более скудный, но он есть. В пятерках, конечно, всегда больше ассортимент питания, он как бы выше по уровню, выше по качеству. Но как бы для четверки здесь питание вполне хорошее, я как бы сравниваю с другими четверками, так что все, что нужно, здесь есть. Друзья, мы вот решили с женой и с частью наших детей прогуляться до пляжа. Пляж получается у нас вот через такую дорогу, вот у нас отель. Ну вот, друзья, еще раз отмечу, чем мне нравится Кемер, это видами. Смотрите, отель, горы, очень эпично. И, соответственно, вот на этой стороне у нас... Проходим, здесь написано Fly. Вот это все территория отеля, можно сюда выйти. И мы прямо сейчас сразу выйдем на пляж. То есть это очень рядом. Вот здесь у нас такая зелененькая территория по дороге от отеля. И, соответственно, смотрю, здесь есть некоторые развлекательные вещи. Например, как сцена. И здесь, соответственно, будут проходить анимационные программы на этой стороне. Кстати, тоже очень удобно, потому что отель у нас находится там, а сцена здесь, что не так шумно. И у нас, я так понимаю, здесь бич-бар будет сейчас по дороге. Здесь как раз вот анимационная программа уже написана на этой доске. В общем, идем к пляжу. Итак, мы с вами уже вышли практически на пляж. И я так понял, здесь у нас еще одна сцена для, думаю, такой музыки, разогрева и так далее. Здесь у нас находится, соответственно, бич-бар. Здесь, я так думаю, ну, проходят какие-то, наверное, тоже мероприятия, живая музыка, а там, наверное, какие-то шоу в той части. Потому что здесь две сцены. И выходим уже непосредственно к зонтикам и самому пляжу. На
Напомню, что у нас в Кемере в основном песчаный галечный пляж, точнее даже галечный. Песочек здесь есть, но он всегда насыпной. Поэтому обратите на это внимание, те, кто очень сильно хочет песок, это не Кемер. Я знаю одно местечко в Кемере, прямо в центре Кемера, там есть песчаный, реально настоящий песчаный пляж. Но там практически нет никаких отелей, это просто называется место Moonlight, у меня выпуск на канале есть, можно посмотреть. А так у нас здесь вот такой вот галечный пляж. Здесь, понятно, к сезону вот прям буквально немножко осталось все под выровню. Здесь был немножко шторм, видите, принесло всякую ерунду. Все выровняется, будет классно. Проставлены будут шезлонги. Все как положено, пирс оборудован. Но на что обращу внимание. Когда у вас галька, друзья, у вас море максимально прозрачное. Потому что когда песок поднимает, это все, и песок, соответственно, не дает прозрачности у берега. А вот так очень классно. Ну и опять же у нас панорамные виды, горы и так далее. Сейчас у нас погодка такая... Не сильно, скажем, солнечное, но когда здесь солнце, ярко, все сделано, вполне отличное местечко. А вот, кстати, друзья, немножко кухни, что не любят ательеры, когда все это показывают. Да, видите, пляж вот еще пока не начался активный сезон, он так себе. Песочек привезли, здесь, соответственно, все выровнят, песочек здесь засыпет, и, соответственно, будет пляж все-таки песчаный, да, как понимаю. Но это делается каждый сезон, но на самом деле надо понимать, что здесь галька. А, друзья, рядом с Сельчуканом находится отель-клуб «Хотель Бальпинар». Кстати, по уровню они, в общем-то, я так вижу, абсолютно одинаковые. Так что, если кого-то это будет интересовать отель, там я территорию уже показал вам. Итак, друзья, ну что, готов сделать вам резюме по данному отелю «Сельчукан». Сразу скажу, почему я сюда приехал. Мне интересно было посмотреть, когда у отеля высокий рейтинг, да, но при этом как бы его не особо кто бронирует, смотрит, ну как-то не особо выбирает. Поясню, что мне здесь точно понравилось, это, конечно, начало отеля. Заходишь, все классно, классное здание, классное лобби. Территория небольшая, ну как бы это не сильно как бы меня смущает. Она здесь разделена на две части, как вы поняли. Это вот здесь территория бассейна, вместе, соответственно, с баром и детской площадкой. И вторая территория основная, уже ближе к морю находится. Там, соответственно, небольшой такой парк. Есть анимационные программы, где проводят. И, соответственно, также бич-бар и выход к морю. В общем-то, можно сказать, практически отель на первой линии, но по факту он как бы на второй через дорогу. Вот. Номера, честно, мне не очень понравились, хотя они достаточно чистые, свежие, все нормально, но не очень простенькие. Поэтому я бы здесь, если выбирал отель из категории 3 звезды, данный отель я бы, конечно, выбрал вполне, да, нормальный, хороший, четверка и так далее. По питанию, в общем-то, все достаточно неплохо для такого уровня отеля, в общем-то, все нормально, да. То есть, конечно, бывают разные отели, я уже насмотрелся различных и высокого уровня, да, и так далее. Поэтому оцениваю не только с той позиции, да, ну и в целом, как бывает, еще и еще проще. То есть здесь вполне достаточно хорошее питание и, в принципе, все, что нужно, здесь есть. В общем, друзья, что еще раз хочу сказать по отелю. Отель я все-таки бы, наверное, назвал больше к бюджетному отдыху подходящим. Если вы эту цену увидите, более хорошие отели, более с высокой категорией и так далее, с большей территорией, то лучше, конечно, их выбрать. Потому что данный вариант как бы по рейтингу стоит с высокой оценкой. Ну, как бы, я не знаю, честное слово, я не очень понял. 4 можно здесь поставить из 5. Но 4,6, как он стоит, 4,5, наверное, вряд ли, да, потому что достаточно все просто. Но неплохо, не ужасно, и прям ужасного ничего не увидел здесь. Но, конечно, немножко было разочарование, потому что картинка яркая, сочная, такое название, но внутри достаточно все простенько, когда ты здесь проживаешь. Спасибо, дорогие друзья, что весь этот выпуск вы были со мной. Оставьте свой комментарий, лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал новостной, вот здесь QR-код. Сканируйте, переходите, там вся полезная информация о сфере туризма, новостях, актуальных событиях, правилах въезда и много-много другое. Я там рассказываю именно свою точку зрения, какие-то новости я обсуждаю, связанные с туризмом. В общем, вы будете в курсе событий быть, и это точно будет для вас полезный канал. Ну и, конечно же, жду, друзья, на бронирование. Напоминаю, что занимаюсь продажей, оформлением туров онлайн по всей России, договор, чек, все как положено. Вы можете ниже по ссылочке перейти, там есть мой сайт georgiev.travel, также можно написать мне напрямую на WhatsApp, задать любой вопрос. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания «Видеоблог Георгиев Travel». Пока!